чистить. Ну что, мушкеты, что ли, остались? Давайте, Наполеоны. Наполеоны, я вас верю. Давай их так поставим. Все. Сойдет. По кучкам их расставил. Я вообще правильно сделал или неправильно? Я так... Мы так и не узнаем. Вот так, серьезно! Вот что? Вот тут вообще практически нет нормальной физики. Их патроны тупо не пробивают. Почему? Да я уже знаю, чем это все закончится. Ладно, вмешаем сюда воинов звездных. Поставим галактических мушкетов. Ну, хотя бы так победим. Они все равно сильные. Черт. Ну, они сильные, они могут. Я знаю, что это самые сильнейшие воины в игре. Но очень медленно. Чего? Я вас не пойму, как это пройти? Мне что ли поставить тут тесел? Поставлю тут тесел. Все, вот они вас точно выиграют. Походу, надо в замешательство воинов звездных поставить. Так игру никак, так этот уровень никак не пройти. Лежите, чего вы не лягете? Что с вами не так? Я вас не пойму, почему вы не лежите? Как? Объясните, почему вы умираете? Вас по отдельности, что ли, ставить надо? Ну, вы же знаете, что можете. Ой. Алло. Да как дефа? Да, господи, я как будто вверх, блин, влетаю. Залетаю. Ну, давай ты тогда... Не... Крестоносцы тоже не... Ну, я не знаю, уж что, наверное, всех перепробовал. Кроме с... не... вот таких. Их что ли, сюрикенами забросать? Можно сюрикенами забросать? Да, можно так. Тут куча, вон там куча, и где тут еще куча. Вот, пусть, если вот этих, да вот этих всех добьют. Ой, ёпара, почему они все? То есть, они, по сути, умирают, когда... То есть, преимущество такое, то, что надо поставить какого-то сильного. Они уже тут всех раскидали, молодцы. Ну да, поставим мечников. Ну, давай тест один. Вот. У них крутые мечи такие. Ну, они как бы и слабые себе. И посмотрим, чем обернется мечники. Надеюсь, мечники нас не подведут. И они выкосили здорового. А, улетел в небеса. Улетел в небеса человек, улетает он вниз или вверх. Что происходит с динамиками, ясно? Не понятно. Ну, вот здесь, ну ладно, давайте поставим снова мушкетов, что ли. Здесь, ой, не того, я говорю мушкета. Здесь. Блин, деньги закончились. Сейчас они вот только на вот это расстояние тупо встанут. Они сейчас вот прям сюда притык и мне встанут. Сейчас начнется пальба, я понимаю. Сейчас как выстрельнут своими могучими патронами. Ой-ой. Ну, огонь. Уже выкосили, походу. Так кому одному тут не... Все, выкосили. Нет, ну это невозможно. Ну, надоели эти здоровые, вот серьезно. Что ли, тыквандисты, что ли? Надо прям в притык их ставить. Давайте. Вы у нас силачи. Вот давайте. Самурай, там ниндзя пошли. А, тыквандо пошло. А, ну блин. Вот самурай мастеры их тупо разрубят на кусочки. А тыквандо просто тупо удел практически всех.
Или нет? Или не всех? Вон оставшие тапанди. Они просто запинывают здорового. Запина. А, нет, не запина. Они пытаются его запнуть. Нет, я не знаю, ни один не запнул. И просто здоровым пофиг, его он добивает. Здесь. Ну, может быть, у меня 2000. Трампа, что ли, сюда вставить? Может быть, сюда. Давай, Трамп. Ну, господи, второй уровень проигрываем, или это какой-то. Ну, Трамп, я знаю, что ты можешь. Все знают, что ты можешь. Главное, чтобы его не обезоружили, потому что без оружия он никто. Во, стенка, вот это нормально. Стенки ставь. Убил? Так нет, смотри, живучие твари. А нет, убил. Ща на них упадут, гроза, блин, стенок. До свидания. И Трамп с тобой. Ой. Трамп с тобой все нормально. Может, не надо ставить такое количество стен? Ой, ёпер-сэте. Ну, плюсы есть, тебя не пробьют. Нам заново. Давай, Трамп, я знаю, что ты опять сможешь. У тебя патроны могучие. Давай, расстреляй их. О, не попало. На, ой. Давай же. Нет, Трамп. Эти проклятые. Ну, Хиори или кто там у нас. Что там ставить? Я могу Чикина поставить. Или Хиори. Могу два Чикина поставить. Так, может быть. Срите курицами, чикенмены. Мы знаем, что вы не сможете. Давай. Ой, они просто его сейчас забьют просто. Или что? Все, забили. Батя Басярам все-таки был, но не дотерпел он Басярама. Не, ну правда, Трамп справлялся. Там просто жалко, что вот только вот ему помешали вот эти тупые катапульты. О-о-о, Трампище! Разорви СМ4-ще. Вот просто. Надо от этих как-то избавиться. Вот Наполеон и даже Греция. Вот что ли щитоносцы ставить? Вот такой ряд, блин, 28 юней. Давайте, ой. А, нет, живой. А, не живой, вот жалко. Да, блин, как это пройти? Как это пройти? Ладно, давайте я, что ли, в перемотке. Перемотку пройду. Я не пробовал. И двоих. Мы типа главный. Черт. А типа он такой крутой, у них главный стоит такой. Вот. Волчистские мушкетеры, они. Давай причини силу богатырскую. Притяни силу богатырскую. И. Ща, вот если получится, тогда мы. Оп, получилось. Вроде как. Да, получилось. Ща. Уи-и-и-и-и. Не попал, не попал, не попал. Умоляйте, стрельни. Да, Виктори! Он смог его добить, но мы победили и. Ладно, ну тут дальние, так что получится. Они дальние, так что получится. Так что ставим Тесел. Все. Холесница, делай крутое дело. Они все равно в тебя никогда не попадут. Ой! Давай, надо вырубить сначала дальнобойщих. Потому что. Ой. Так их могут уделать просто тупо. Я вот правда их не понимаю. Вот если просто тупо викингов, да, поставить, вот так викингов, то какая разница, викингов никто не хочет покупать, и вот идут через 4 викинга. Они такие стоят. И такие, Басярам! И как-то вот странно. Вот как, объясните, тут кого-то убить. Басярам не работает, а Басярам. Наверное, сам.
гравитационный парень или инквизиторы. Ну, инквизиторы проиграют, конечно. Черный умеет блестеть. Черный. Ну, давай его поставим. Он, наверное, себя, если сможет, он притянет нескольких солдатиков. То есть сейчас подойдут здоровые, и он их не победит, потому что он да они он еле-еле победил, хотя он не еле. Ну, так там сейчас пока вот эти будут стрелять. Они будут стрелять по очередности. И пока они дойдут. И вот надо стрелять здоровых, пацан. Надо вот стрелять здоровых. Сейчас здоровых уважают. Ведь они самые сильные, господи. Вот они просто подойдут сейчас. Вот подойдут. Это точно. Ну давай, стрельни! Да, мы проиграли. Давайте я лучше в перемотке, что ли, это пройду или что. Не, ну мне просто лень соединять. Ну, блин, у меня 2000, все еще 2000. Оно, вот этот боксер стоит, ну, если даже Трампика поставить, ну, наверное, их не сможет заряжать, потому что, во-первых, ему близко надо подойти, а они перезаряжаются это довольно быстро. А почему ты стенку Трампика не ставишь, а? Почему ты, господи, не ставишь стенку? Ну, давайте поставим хоть вот этого Неона. Вот так. И так. Так. И так. Все, так нормально. То есть, типа, боксерская пушка и несколько солдатов военачальников. Вот у нас прилетает. И арена сразу двоих забирает здоровых. Сразу двоих. То есть. А еще она забирает не только это. И те в сад, тебе в зад. И что-то с пушкой не так. Это точно. Потому что я же вижу, что там стонет пот. А, ну получилось. Вроде как. Нет. Черт, не туда! Виктори, да, мы победили. А, это последний уровень вроде как. Да, последний уровень. Ладно. Наполеонская бочка. И старые добрые мушкеты. Ой. Я говорю, мушкеты. Они... Давайте, Наполеон, мы вас верим, мы вас скорбим, вы все умираете. Наконец-то! Дефлат. Почему дефлат? Я не понял. Я что-то не то поставил. Я вот что-то не так. Нет, надо, значит, поставить ближних боевых. У меня 16 тысяч. У меня... Я не могу поставить. Да, вот я не могу поставить. Ну, чикенменов, что ли? Да, чикенменов. Ну ладно, давайте так. Так оно все равно, оно просто, да, вырубает их. Ой, дик, дик. Сейчас сколько их? Один поставил, одного поставил. Ну, значит, надо поставить самураев. И тут мастер самураев. Я говорю, мастера, а не обычного самурая. Ну ладно, может быть, где-то. Как вот баллиста вырубает практически все население. Давайте, тащите его. Тащите. Так, никто не улетел вниз. Ну, вот все равно ведь. Хорошо, что баллиста, она не настолько умная. И мы победили. Там еще внизу летит. Если знак того, что влетит что-то внизу. И мы выиграли, да, мы выиграли. Дальше у нас идет у нас такая карта, где нам надо будет встретиться, не знаю, с боссом в круге. Ладно, вот с вами был Дмитрий Вейс. Вы были на канале G. Всем до скорого и пока.